В Ингушетии новую памятную дату отмечают в Малгобеке. В центральном городском сквере у памятника, павшим в боях за родину, почтут память неизвестного солдата. Торжественное мероприятие началось с минуты молчания и возложения цветов. День памяти предложили отмечать все участники поисковых движений и общественники. Только в этом году было обнаружено около 14 тысяч останков советских офицеров, солдат и матросов. И установлены имена тысячи погибших при защите Отечества. Люди собрались отдать дань уважения, дань почтения воинам. Мы можем не знать этих людей, наверное, ни по имени, ни по национальности, ни какое вероисповедание были эти люди. Но мы все сегодня отдаем дань уважения. Мы говорим, что светлая память этим людям. Миллионы защитников Отечества, которые остались в окопах, целая армия достойных сынов Отечества. Идею объявить 3 декабря днем неизвестного солдата поддержали большинство россиян. Ведь такое количество пропавших без вести военнослужащих, как в Советском Союзе, не было ни в одной стране. Сегодня могила неопознанных бойцов раскидана по всей России, и наша республика не исключение. Вы знаете, что у нас наверху так называемая опознанная зона, и вот когда был сход, очередной вот произошел сход с земли, то были обнаружены останки неизвестного солдата. Решением тогда те власти были сделаны перезахоронения. И сейчас в настоящее время эта могила неизвестного солдата у нас есть, значит, за ней ведется уход. История страны помнит тяжелые времена и помнит имена своих героев, мужественно отстаивавших родину в разные времена. Но всех этих побед не было бы без простого солдата, храбро сражавшегося, но пропавшего без вести. Хадия Дельбиева, Муса Хамхоев, Новости 24.